Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем отделочные работы. Вот такой вот у нас каркасный дом, на котором мы будем монтировать планки из лиственницы и монтировать террасную доску тоже из лиственницы. Сейчас у нас идет этап работы выравнивания обрешетки. У нас есть вот такие вот лаги 100 на 200, которые установлены на такую ленту, которая идет по периметру дома. Вот задача сделать так, чтобы у нас обрешетка поднималась на такой уровень, когда будет идти планкин, чтобы он подходил под дверь с зазором примерно 1 сантиметр. Точно я не помню там вот эти вот миллиметры, но примерно это 1 сантиметр. Выравнивать обрешетку мы выбрали способ, который мы обычно применяем на кровля. Способ состоит из трех саморезов. Есть вот такой вот у нас саморез дистанционный, и есть вот такой вот у нас саморез с полной резьбой. Вот здесь вот видно, дистанционный саморез мы закручиваем в середину, по бокам мы закручиваем саморезом с полной резьбой, натягиваем, ну, соответственно, везде нитку, и обрешетка, грубо говоря, у нас висит вот на таких вот саморезах. Три самореза, максимальное расстояние, которое можно приподнимать, у нас это 3 сантиметра. Но где-то больше, где-то меньше, если так вот посмотреть. Но максимальное вот это вот расстояние, это 3 сантиметра. От вот этой лаги до нижней части доски. Шаг у нас идет, если вот тут вот посмотреть, видно, достаточно часто. Мы на определенном для того, чтобы у нас доска туда-сюда не дергалась, мы закручиваем два самореза с полной резьбой. Да. Вот так вот у нас получается выравнивание, состоящее один узел, состоящий из трех саморезов. Итак, друзья, вы сейчас видели, я специально попрыгал по обрешетке для того, чтобы вам показать, что способ достаточно надежный. Во мне вес 90 килограмм, плюс возьмем с вами динамическую нагрузку, да, которую я воздействовал, то есть там по-любому больше. Но даже если мы считаем, что одна вот эта вот точка выдерживает 100 килограмм, то у нас здесь 100 квадратных метров примерно, это 700 точек. 700 точек на 100 килограмм, это примерно 70 тонн вот эта вот конструкция может выдержать веса, то есть это очень много. Вот, поэтому даже я не знаю, если там какая-то свадьба будет проходить, эти саморезы точно не сломаются, обрешетка не сломается, все будет надежно. Плюс, когда будет уже террасная доска уложена из лиственницы, нагрузка все равно будет распределяться не на одну точку, а на несколько, поэтому 100% это будет работать.